Так, второй сезон прямых эфиров Корейского культурного центра с деятелями искусства и культуры открывает наша первая гостья, писательница Ким Хана. 작가님 너무 반갑고 너무 너무 영광스럽고 너무 기분이 좋으네요. 작가님 그러면 네. 사실 저희가 작가님을 이제 저희 SNS에 이제 홍보를 하면서 또 라방을 소개하면서 작가님에 대해서 저희가 직원들이랑 저희 문화원 홍보팀이랑 공부를 하다가 이런 글을 보게 되었어요. 본인을 실내 수필가라고 책에서 표현을 하셨더라고요. 근데 그 표현이 너무 너무 좋은데 이제 그게 무슨 뜻인지 말씀을 해주세요. 누리지아 писательница Ким Хана является очень активным человеком, и помимо того, что она пишет книги, ведет книжный подкаст, читает лекции об идеях и креативности, она говорит, что она человек, называет себя домашним очеркистом. Что бы это могло значить? Сейчас писательница сама объяснит. Я поясню, 좀 느긋한 이미지가 떠오르지 않으세요? 막 어디 나가서 열혈 취재를 하고 많은 사람들을 만나고 다양한 경험을 쌓고 난 뒤에 글을 쓰는 게 아니라 그냥 소소히 일상을 살아가다가 평범하게 머릿속에 또는 마음속에 하나하나씩 맺히는 것들을 이야기로 그냥 편안하게 풀어내는 사람 같은 느낌이 들고 그리고 또 무릎 위에다가 고양이를 한 마리 올려놓고 이제 사부작사부작 글을 쓰는 느낌이 있죠. Домашний черкист, я называю себя так, потому что я не могу назвать себя очень активным, очень деловым человеком, любящим тусоваться в больших компаниях, брать интервью, изучать постоянно что-то. Мне нравится спокойная обстановка дома в юте, сидя с кошкой на коленях, потихоньку-потихоньку писать что-то, что приходит мне в голову. 제가 알아듣지도 못하면서 고개 끄덕끄덕 하는 거 귀엽다고. Мне тут пишут в комментариях, что выглядит очень мило, как я киваю, хотя не понимаю, что там говорят. Работа копирайтера заключается в том, чтобы максимально на доступном простом языке красиво описать положительные стороны какого-то предмета, бренда, сервиса и так далее. И сейчас я больше не являюсь, не занимаюсь маркетингом, не являюсь копирайтером в рекламной компании, но я веду, например, книжный подкаст от ES24 «Check it out». И там я представляю современную корейскую литературу и самых разных корейских писателей. И занимаюсь тем, что рассказываю о самых интересных моментах, лучших сторонах этого писателя, каких-то интересных моментах этих книг. И я думаю, что мне это дается легко, и я делаю это с большим удовольствием благодаря своему опыту работы в копирайтинге. 한국 드라마는 너무 감정이 격앙되어 있는 경우가 많아서 그 네. 드라마에 나오는 것처럼 모든 사람들이 그렇게 엄청난 네. 그 감정의 결을 느끼면서 살지는 네. 않습니다. 드라마는 드라마예요. 네. 제가 추천드리고 싶은 거는 저희가 만드는 컨텐츠이긴 하지만 삼천포 네. 책방 아시죠? 네. 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 그 삼천포 네. 책방에서 책을 가지고 서로 얘기를 나누는 그 말투가 네. 저는 자연스럽고 양질의 대화라고 생각을 해요. 네. 한국 사람들이 네. 대화를 나누는 네. 거기에 매주마다 세 권의 책을 추천을 드리는데 그 책의 수준이 네. 너무 어렵지도 않고 또 네. 너무 관심사가 좁은 것도 아니어서 네. 많은 분들이 편안하게 책을 접할 네. 수 있는 그런 통로가 된다고 생각하는데 네. 러시아 분들께도 저는 충분히 추천해 드릴 만한 팟캐스트 콘텐츠가 아닌가 싶습니다. 네, 정말 감사합니다. Друзья, я задала вопрос о том, как заговорить на корейском языке, и Чаканин говорит, что, наверное, многие учащиеся наших курсов корейского языка и культурных курсов в Корейском культурном центре являются также поклонниками корейских сериалов. И вы знаете, что корейский сериал, на самом деле, герои корейских сериалов очень эмоциональные, сюжет очень драматичный, но на самом деле реальная жизнь все-таки немного отличается от этого. Все не так. Жизнь идет, протекает спокойно, люди гораздо менее эмоциональные, и речь тоже, соответственно, не такая драматизированная. Поэтому мы рекомендуем вам послушать книжный подкаст «Check it out» «Самсонбо Чекбан», который также ведет Чаканин вместе с другими соавторами. Это подкаст, на котором обсуждаются три книги в неделю, и каждая из ведущих приносит по одной книге, представляет. То есть это на самом деле разговор между обычными людьми, проживающими в наше время, в спокойных тонах, с спецификой речи, то есть это обыденная, будничная речь. И также там представляются книги не очень сложные, достаточно с интересным сюжетом. Есть самые разные, но также есть достаточно простые к прочтению. Поэтому, наверное, это именно тот книжный читательский контент, который можно рекомендовать иностранцам. 1-2년 사이에 아주 네.
있고 제가 추천할 만하고 또 너무 어렵지 않은 네. 그리고 대중적인 그런 네. 책들을 몇 네. 권을 앞에 갖다 놨습니다. 네. 러시아 분들이 말을 공부하고 배우실 때이 책이 도움이 되지 않을까 싶은 책이 있는데요. 제가 출판사를 쓰기도 했던 김이나 작사가이자 방송인, DJ이기도 한 분이 쓰신 보통의 언어들이라고 하는 책이 있어요. 이건 한국어에 아주 쉬운 표현들이 갖고 있는 미묘한 뉘앙스 같은 것들을 쉬운 말로 잘 풀어놓은 책이라서 이걸 보시면 도움이 되지 않을까라는 생각이 일단 들고요. 에세이입니다. Друзья, на самом деле у меня не было много времени, чтобы внимательно обдумать этот ответ, но я выбрала, наверное, те, которые были популярны за последний год-два в Корее, и которые лично мне очень нравятся, и я считаю достойными. Во-первых, я выбрала книгу писательницы, также диджея Ким Ина. Книга на корейском языке называется «Путунэ онотэ». Наверное, можно перевести как обычные слова, обычный язык. Я думаю, о переводе нужно немножечко подумать. Книги, я написала рецензию к этой книге, и в книге говорится о каких-то маленьких деталях, нюансах и особенностях корейской речи и простого корейского языка.그리고 러시아 분들께 이 책을 읽어보셨다면은, 여기 계신 이, 김이나 씨라고 하는 작사가 이분이, 진행하시는 라디오라든가, 방송에 나와서 말씀하시는 것도 아주 좋은 한국어라고 생각을 해요. 창의적이면서도 쉽고 잘 전달하는 한국어라고 생각하니까 참고를 하셔도 좋을 것 같습니다. И друзья из России, также я очень рекомендую к прослушиванию ее радиоэфиры, которые она ведет, вот, диджей Кимина. Я считаю, что ее речь достойна внимания, очень креативная, простая, доступная речь на корейской речи. 그리고 어제였는지 그제였는지 이 책이 20쇄에 들어갔다는 소식이 들려서 제가 기억이 났는데 공교롭게도 제가 또 추천사를 썼던 책이죠. 박상영 작가님이 쓰신 대도시의 사랑법이라고 하는 퀴어 소설집인데요. 얼마 전에 20쇄를 찍었다고 나온 지 1년 된 기념일이라는 소식을 SNS에 올려주셨어요. 이 책은 제가 지금 소개하려고 하는 책들이 어떤 여성 작가들이 쓴 책이 많고요. 그리고 이 책은 또 성소수자의 이야기를 다루고 있는데 지금 최근에 한국에서의 어떤 서점가에서의 키워드랄까? 여성에 대한 이야기들 그리고 어떤 소수자성이나 각자 어떤 뭐 질병을 앓는 사람들이라든가 독특한 어떤 자신만의 상황에 있는 사람들이 쓴글 같은 것들이 저마다의 어떤 반향을 조금씩 다 일으키고 있는데 그런 의미에서 이 책을 추천드리고 싶습니다. Книга, вторая книга, которую я рекомендую, к ней я также написала рецензию. И ровно год, это как вышла, увидела свет эта книга, книга автора Пак Сан Йонг, «Тедоси Сарампал», «Любовь, наверное, любить в большом городе». И это сборник квир-рассказов, ровно год. И на днях я увидела в социальных сетях этого автора пост о том, что издается в 20-й раз книга, поэтому я хотела бы поздравить его. На самом деле, я хотела бы сегодня представить вам, наверное, книги, написанные женщинами, современными авторками Кореи. Но это, наверное, одна из единственных книг, написанных мужчиной. В принципе, я очень люблю и ценю литературу о меньшинствах, о трудностях, которые подвергаются меньшинствам, истории о женщинах. В том числе вот данный сборник говорит о сексуальных меньшинствах и их жизни в Корее.그리고 다음은 어제 제가 삼천포 책방을 녹음할 때이 책을 소개를 했는데요. 정세랑 작가님의 시선으로부터라고 하는 책입니다. 지금 아주 베스트셀러 순위에서 아주 상위권을 차지하고 있는 아마 소설로는 1위이지 싶은데 아주 좋은 반응을 얻고 있는 책이고요. 정세랑 작가님의 소설은 정말 러시아에 계신 여러분 정말로 다 모든 책을 추천하고 싶은데 그 중에서도 저는 이 책을 가장 사랑합니다. 이 책은 너무너무 훌륭한 책이고 재미도 있고요. 그리고 아주 깊이도 있는 책이어서 이 책도 아주 강력하게 추천드리겠습니다. И третья книга, которую я хотела бы представить, также я рассказывала во вчерашнем выпуске подкаста «Самсон по чекпам». Это автор Чонг Зайран, «Сезон робота», по-русски его перевела как «Прочь от взгляда». На самом деле есть несколько книг, написанных этим автором, и я
Рекомендую все их прочтение для наших иностранных друзей, для наших друзей в России, потому что они все потрясающие, они все достойны внимания. Про роман «Прочь взглядов» писательницы заранее хотела добавить, что сейчас он входит в топ лучших романов, современных романов данного месяца. И также следующая книга.그리고 이 책은 얼마 전에 2020년 에디션이 다시 나와서 지금 베스트셀러 차트에서 아주 상위권에 다시 등장한 책인데요. 아주 두껍고요. 일간 이스라 수필집입니다. 아, 지금은 네. 리커버가 나와가지고 다른 표지로 이제 많이 보이고 있는데, 이스라 씨는 한국에서도 정말 독특한 위치를 차지하고 있는 작가죠. 자기 스스로 메일링 서비스를 통해가지고 스스로 등단을 하면서 출판계의 네. 무니점이라고 하는 별명을 갖고 있는데, 아주 성실하게 글을 쓰시는 작가고, 그리고 네. 우리나라 최고의 에세이스트 중에 한 분이 아닌가라고 생각을 해요. 네. 그래서 한국 수필의 어떤 재미를 느끼시려면 일간 이스라 수필집을 하루에 한 이제 하루하루 이렇게 쓰여 있는 것이 있으니까 날짜 맞춰가지고 읽어보시면 한국어 공부에도 좋고 한국의 어떤 삶을 짐작하는 데도 좋고 그리고 아주 좋은 맛있는 글을 한 편씩 읽게 되니까 좋지 않을까 싶습니다. 네. 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 네.
перевела это как ежедневные очерки Лисера. Это вышло новое специальное издание 2020 года, сборник эссе, написанных, которые писались ежедневно с марта по август 2018 года. Я бы охарактеризовала Лисера как лучшую эссеистку, специфическую фигуру в современной корейской литературе. Тех, кто хочет насладиться очень вкусным корейским языком, я очень рекомендую к чтению. И там указаны даты, то есть вы можете читать один текст в определенную дату. И это специфическая фигура, которая начала просто по электронной почте, сделала свою рассылку, подписку на свои тексты ежедневные. Это человек, который очень плодотворно работает, очень трудолюбив и пишет каждый день очень вкусные тексты. Рекомендую. 그리고 많은 분들이 마지막 한 권이 무엇일지 두구두구두구 하면서 기다리고 계신데요. 이런 네. 기다림에 손색이 없는 아주 훌륭한 책을 가지고 왔습니다. 한국 SF의 거의 대표작으로 갑자기 작년에 등장하자마자 대표작으로 자리를 네. 하게 된 김초엽 작가님의 우리가 네. 빛의 속도로 갈 수 없다면 이라고 하는 책이에요. SF를 네. 잘 읽어보지 않으신 분이라 하더라도 이 한 권의 소설집을 읽어보시면은 지금 한국어로 된 아주 아름다운 그리고 네. 충분히 새로우면서도 가슴을 적시는 아주 좋은 네. SF 소설들을 여섯 편을 네. 만나실 수가 있습니다. 여섯 편이던가 일곱 편이던가 헷갈리지만 네. 아주 좋은 SF 소설집입니다. И последняя книга, которую я хотела представить, на самом деле, эта книга также достойна внимания, сборник, состоящий из семи книг. Наверное, этот автор является одним из главных представителей жанра научной фантастики Кореи, современного жанра научной фантастики Кореи, автор Ким Чо Йо, и роман называется «Урига Питезук Тору Хальсоп Тамян», «Если мы не можем двигаться со скоростью света». Прекрасный язык, прекрасный сюжет, и очень рекомендую также к прочтению. Очень толстая, интересная книга. 네, 감사합니다. 그리고 지금 몇 분이 그런 말씀을 해주셨는데 작년에 나온 여자들이 살고 있습니다도 정말 재미있는 책이죠. 네. 한국에서는 결혼, 한국은 아무래도 아주 뭐랄까요, 가부장제, 유교 이런 것의 영향이 아주 크게 남아있는 나라이기 네. 때문에 요즘 최근에는 결혼 제도에 대한 어떤 비판 같은 것이 서점가에도 어떤 흐름으로 많이 자리를 하고 있는데 그 중에서 제가 이제 저희 동거인 황선우 작가와 함께 저희가 같이 쓴 여자들이 살고 있습니다는 꼭 그렇게 뭐 결혼 제도를 공격한다거나 그런 식의 이야기는 아니고 저희 둘이 결혼하지 않고도 40대 여자들이 잘 살고 있는 내용을 유쾌하게 담은 책이어서 재미있게 네. 보시다 보면은 여러 가지 어떤 사회적 제도 같은 것에 대한 의문 같은 게 살짝 이렇게 들 수 있는 그런 책이어서 그 책도 재밌습니다. 추천드릴게요. Друзья, также сейчас в комментариях написали про книгу, про вот эту книгу, автор Химана Заканим, соавторство с своей лучшей подругой и соседкой Хуангзону Заканим, которая сейчас здесь тоже присутствует и пишет нам добрые комментарии. Две женщины решили жить вместе. Нельзя характеризовать эту книгу как книгу, атакующую современные какие-то патриархальные, какие-то консервативные ценности или институт брака. Просто это история о том, как
две женщины 40 лет, Цапканем и ее подруга, решили жить вместе вопреки каким-то устоявшемуся институту брака, не выходя замуж, образовали своеобразную другую семью, другого рода семью. И это сборник очень интересных, веселых, жизненных эссе. 친구들이 사회적, 정서적 안전망이라고 하는 게, 왜 내가 지금 주거가 쾌적하고, 뭐, 집이 있고, 차가 있고, 이렇다고 해가지고, 모든 삶의 요건들이 평온하게 안정이 되는 건 아니라고 생각해요. 삶에 있어가지고 닥치게 되는 여러 가지, 새로 사는 나이니까, 뭐 새로 닥치게 되는 여러 가지 삶의 굴곡들에 있어가지고, 인간 개인은 사실 아주 약한 것 같아요. 그리고, 저의 어떤 심경에 도움을 주는 부모님이나 다른 가족들이 있을 수 있지만 세대가 같은 비슷한 나이 연절이에 그리고 너무 가깝지 않은 사람들 저는 그 좋은 친구들이 나에게 정서적으로 그리고 사회적으로 나에게 주는 어떤 안정감 같은 게 굉장히 크다고 생각을 하거든요. 그래서 거기에 이름을 붙여주고 싶었어요. 그리고 제가 지은 말은 아니었고 어떤 친구가 친구들은 사회적, 정서적 안전망이야 라고 말을 툭 던졌는데 네. 제가 막연히 갖고 있던 생각을 말로 툭 표현을 해준 거죠. 네. 그 말이 너무 반가워서 또 그 친구가 그런 멋진 말을 던졌다는 걸 자랑하고 싶어서 또 친구 자랑의 일환인 거죠. 그래서 책에다가 썼던 표현이었습니다. 이계언이라고 하는 친구가 썼던 표현이죠. 아, 이 부분도. 네. И на самом деле фраза «Друзья наши, это наша социальная и ментальная сеть безопасности принадлежат не мне, а моему другу Ли Кейон». И я хотела сказать, что на самом деле мы каждый день сталкиваемся с большим количеством трудностей, переживаний. Наша жизнь, мы не можем предсказать, каким будет наш завтрашний день. Каждый день мы сталкиваемся с какими-то новыми испытаниями для себя. Конечно, у нас, у каждого из нас есть семья, близкие, но очень важно, чтобы рядом с нами также были те, кто может нас поддержать, может, не слишком близкий, может, не кровный родственник, но примерно одного возраста, что и мы, примерно одном же социальном, занимающие социальное, одно и то же социальное положение, что и мы. И эти люди, которые дают нам успокоение, которые поддерживают нас ментально, социально, это друзья. И также я очень хотела похвастаться этой удивительной фразой, которую произнес мой друг Ли Кейон. Это примерно то, что я чувствовала и ощущала, но не могла выразить ёмко. А он в своей этой ёмкой фразе выразил всю мою мысль по этому поводу. Поэтому мне хотелось бы, наверное, похвастаться своим другом. 80년대 노래인 것 같은데 이광조 씨가 부른 즐거운 인생이라고 하는 곡이 있습니다. 네. 그걸 들으면 저는 해운대 해수욕장 같아요. 그 느낌이. 네. Я попросила сейчас просто порекомендовать музыку, которая придет в голову Кимона Цапканим, корейскую музыку. И она сказала, что, наверное, это можно сказать, что это главная песня вот этого проекта Hawaii Delivery. Певец Ли Гонджо, называется «Чингоуна Цак, радостная жизнь». Это песня из 80-х. Наверное, когда слушаешь эту песню, сразу у тебя в голове всплывает образ побережья Хёндэ в Пусане. 네, 감사합니다.